Привет. Ой, здрасте. Ах, вот как ты готовишься к передаче, Зайка. Какой передачи? Конечно, откуда тебе знать, если ты на парах не появляешься? А завтра, между прочим, последний шанс, да? Буду я. Поздно, Зайка. Приходи, не приходи, а больше двойки все равно не получишь. О, а ты, походу, Костян, тоже в армию засобирался? Да соответственно, не рассказывал. Я думал, деньги, да, как обычно, и все. А на какую вообще говорят, на какую? Да, Танечка у нас такая честная и принципиальная. Как не подкатить? Слушай, знаешь, я, конечно, мог бы с Таней поговорить. Только знаешь, у меня там нужно решить кое-что заморочки. Ну, по-моему, я год короче, эти бабки дам. Хочешь? Я готов бы деда Мазаем за 5000. Легко. Что это такое? Это золотой скон. Все с языком?